В игре проверят, соблюдают ли водители правила перевозки детей. И завтра в округе пройдет акция «Безопасным дорогам скажем да». Госавтоинспекторы будут смотреть, используют ли в автомобилях детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Наряды ДПС проедут в том числе по трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. Как отмечают полицейские, даже очень опытные водители не застрахованы от неприятностей на дорогах. Поэтому для взрослых безопасность ребенка в машине должна быть приоритетной задачей.